Так, сегодня утро. Сейчас утро, 3 мая. И мы вышли из порта Камино де Сантьяго. И вот мы идем сейчас вдоль океана. Океан красивый, волны красивые, если видите. И идем вдоль океана. Первый день. Тепло, хорошо. Можно даже сказать, почти жарко сейчас будет. Стройки тут какие-то что-то строят. Ну, в общем, мой путь начался. Это Атлантический океан. Деревянный такой мостик.